Овен. Это хорошее время для поиска помощников или потенциальных партнеров, которые будут готовы помочь вам преуспеть. Не стесняйтесь обращаться за помощью. В ближайшее время она вам потребуется. Телец. Будьте внимательны к новым предложениям относительно продвижения по службе или нового места работы. Они могут оказаться не только интересными в плане профессиональной деятельности, но и достаточно прибыльными с финансовой точки зрения. Близнецы. Это неплохой день для того, чтобы попытаться понять, что именно вас волнует и мешает почувствовать себя по-настоящему счастливым человеком. При этом вы будете способны подметить то, что останется незамеченным окружающими. Рак. Если осознаете, что в жизни зашли в тупик, то вам потребуются хорошие аналитические способности и острая наблюдательность, чтобы попытаться понять, что именно мешает вам быстро эволюционировать и продвигаться вперед быстрее других. Лев. Необходимость выяснять отношения или пересматривать условия партнерских соглашений может совершенно выбить вас из колеи. Однако, если вы будете уверены в себе и не побоитесь использовать новые идеи, то сможете повернуть ситуацию и добиться собственной выгоды. Дева. Активно беритесь за воплощение своих сокровенных замыслов, поскольку сегодня ситуация будет складываться для вас исключительно удачно, и очень скоро вы найдете не единственное решение, а даже варианты, которые могут превзойти все ваши ожидания. Весы. Если вы почувствуете, что пришло время перемен, то лучше всего заняться благоустройством собственного жилища или рабочего места. При этом атмосфера уюта и комфорта, которую вы сможете создать, будет залогом не только хорошего настроения, но и успехов в делах. Скорпион. Вам будет сложно выбрать определенную стратегию и тактику, поскольку придется выбирать между традиционным и революционным путем. Однако, если вы отложите принятие решения, то вскоре оно придет к вам само собой, и вы, возможно, найдете третий и единственный верный путь. Стрелец. Вы не потеряете присутствие духа и будете способны принимать быстрые решения, что бы ни происходило вокруг. А в некоторых случаях сможете даже обмануть судьбу, хотя кому-то из вас в этот момент, возможно, придется несладко. Козерог. Вас будут привлекать только те виды деятельности, где вы можете ощутить себя первооткрывателем и первопроходцем. При этом вам понадобятся немалые финансовые вливания, если вы хотите добиться конкретных результатов, а не просто приобрести новый жизненный опыт. Водолей. Новые начинания сегодня будут преждевременными, так как ситуация может оказаться неустойчивой, и вы только впустую потратите свои силы и средства, если захотите рискнуть и положиться на благосклонность фортуны. Рыбы. Сегодня ваше настроение и самочувствие будут зависеть от того, сумеете ли вы настроиться на позитивный лад. Только в этом случае вы сможете обрести внутренний покой и гармонию.